Дорогие братья и сестры, после того, как мы сняли вокзал Медины, в котором завершалась хаджазская железная дорога, построенная султаном Абдул-Хамидом, мы заходим в маленькую привокзальную мечеть, которая тоже была построена в его времена. Это вход. И это как выглядит эта маленькая привокзальная мечеть изнутри. Она полностью построена в османском стиле и передает дух той эпохи. У нее нет украшений, у нее нет цветочков, но она построена из сурового камня. Посмотрите на углы, как они выведены, на купол. Это 100% османский стиль и храм. И это был период последних десятилетий величия османского султана. И они оставили после себя блестящие следы в архитектуре и в конструкторских, военных и политических решениях. А вот про это здание Мединского вокзала я уже рассказывал в предыдущем видео. Можете найти ссылку на это видео внизу. Баракаллаху фикум. До следующей встречи.